Завершился регбийный сезон. Самое время окинуть взглядом пережитое и подвести черту под игровым годом. РК «Политехник» – команда, которая ровно год назад обрела свое второе рождение. Вошла в чемпионат Украины с новыми надеждами, новыми силами и новым главным тренером. Главные свершения за сезон – сильная игра с экс-премьер-лиговским «Динамо» из Тирасполя. «Политехи» дали профессионалам почти равный бой. Второй показатель роста – принципиальнейшее одесское дерби – «Политехник Академия». Мне очень приятно, что есть такая команда в Одессе, с которой мы можем всегда поспорить. Ну, мне, честно говоря, тоже с маленькой слезой в глазах приятно, что мы эту команду обыграли в личных играх. Мы ее обыграли, хоть и на одно очко, но в любом случае мы ее обыграли. «Политех», как обычно, остается хорошим стартом для новичков, к тому же удачным продолжением спортивной карьеры для тех, чья жизнь не вписалась в плоскость профессионального спорта. Не все могут и жить в постоянных тренировках и выездах. Кому-то мешает хорошо оплачиваемая работа, кому-то семья и рождение детей, другим здоровье или возраст. Для таковых «Политехник» просто находка. И совсем не жалеешь о том, что играл в другой команде, на там уровне выше и так далее. Это абсолютно не имеет никакого значения. Имеет, в конце концов, значение коллектив и ощущение от тренировок, от игр, которые получаешь. Лучший пример быстрого роста показал новичок «Политехника» Александр Этнарович. За каких-то неполные 4 месяца тренировок он заработал право выйти на поле в игре чемпионата страны. Конечно, немного волновался, но вроде все получилось. Может быть, что-то недоработал, но основную задачу выполнил. Если же вернуться к оценкам выступлений команды в прошлом сезоне, то у главного тренера «Политехника» есть на этот счет свое мнение. Если я в прошлом году заказывал форму, на игру разбирались, оставались большие, маленькие, все разбирались. В этом году мы, когда выезжали, на Тирасполе выходили, мне приятно было осознавать, что большие размеры закончились. А остались только маленькие размеры. Ну, значит, мы подросли. Раз, два, три.